Центробанк привлек к административной ответственности Банк Открытия и Альфа-Банк. В общей сложности открыто 4 дела по статье Кодекса РФ. Банки совершили незаконные действия по сбору и распространению данных о кредитной истории. За нарушение компании обязуется выплатить штраф, размер которого пока неизвестен. Решение суда пока не вступило в действие. Подробнее на сайте.